Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу. На основе тех экспонатов, которые есть у нас, и основывается сценарий урока. На основе наших предметов можно делать огромные интересные выводы, целые исследования. Вот, например, простая банкнота, а можно же сделать урок истории, можно сделать урок технологии. Когда мы проводим этот урок, учебный день в музее, история становится живой. Я смотрела на валюты, смотрела на банкноты. Это было очень интересно посмотреть именно вживую, потому что в учебниках это не так интересно, не так занимательно. Это шайба, это склеенная из кусочков купюр. Ее дарят за активную работу на уроке. Вот. И сегодня было 5 шайб, если не ошибаюсь, и я вошел в топ-5, можно сказать, активистов.